Дональд Трамп намерен выйти из Парижского соглашения по климату. Об этом сообщает американская пресса со ссылкой на источники в Белом доме. Этот договор обязывает страны сократить выбросы углекислого газа в атмосферу, чтобы замедлить глобальное потепление. Его подписали год назад, но американский президент убежден, что выполнение соглашения ограничит рост угледобывающей отрасли, которую Трамп, собственно, обещал развивать. На долю США, я напомню, приходится 14% выбросов всего углекислого газа на нашей планете.